Неочередная сессия городского совета прошла быстро. На повестке дня было всего несколько вопросов, и все они с дальнейшей перспективой подготовки к бюджетным проектам. Первый важный вопрос на сессии – передача в коммунальную собственность пассажирских понтонов дочернего предприятия «Запорожский речпорт». Решение этого вопроса зависит во многом от начала подготовки к будущему навигационному сезону. Зачастую функционирование навигации решается в последний момент. В этом году на те же грабли решили не наступать. И для того, чтобы вирішувати ці питання не в авральному, а в плановому порядку, мы провели досить тривалі переговори и приняли таке рішення, що нам Річфлот безоплатно передає ці понтони, ми їх ремонтуємо, гроші для цього у нас є. Таким чином отримаємо дозвіл на експлуатацію цих понтонів вже не на рік, як це ми кожний рік, а на 5 років. 5 лет понтоны будут принадлежать городу, 3 года в межнавигационный период за них будет отвечать речпорт. Однако самое активное обсуждение вызвал вопрос выведения из коммунальной собственности 5-го роддома. Его переводят на баланс области для того, чтобы роддом мог принять участие в государственной программе перинатальных центров. Дело в том, что в рамках национальной программы о создании перинатальных центров Министерству здравоохранения выделяется достаточно большая сумма для организации областного перинатального центра. В большинстве городов под областные перинатальные центры переданы в коммунальную собственность области уже существующие родильные дома. Такой родильный дом в нашем городе, который давно уже выполняет и функции областного родильного дома, но финансируется из городского бюджета, это 5-й родильный дом. То есть роддом переводят на баланс области для того, чтобы получить дотации государства на создание центра. Но обслуживать пациента в учреждении будет пока что в прежнем режиме. В Запорожском горсовете на одного депутата стало больше. Внеочередные выборы на 13-м округе прошли, и с отрывом почти в 1000 голосов победил кандидат от партии регионов и лидер молодежной организации предприятия «Мотор Сич» Руслан Федорич. Сегодня депутата горсовета официально представили на внеочередной сессии. Запорожская міська виборча комиссия винесла постанову. Згідно поданих документов, керуючись частиною 3 статті 80 закону України про вибори депутатів, Запорізька міська виборча комісія постановила зареєструвати депутатом Запорізької міської ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 13 Федорича Руслана Олександровича 1978 року народження.